Так, значит, идем на пляж Альбатрос. Это нужно выехать в сторону Марина Нецел. На розовой маршруточке. И вот, значит, вышли на остановочке, называется Альбатрос. Это отель Альбатрос. И вот идем тут, ищем место, где можно пристроиться. Вот здесь сосенки есть такие. Сейчас будем искать место, где тут можно будет просто отдохнуть. Жандарма 156. Вызов жандарма номер 156. Значит, какие-то сеточки, ограждения. Вот. Идем на Альбатросик. Вот он уже. Начинается наш Альбатрос. Вот такой пляж. Просто сказка. Думаю, неплохо. Как местные отдыхают. Что здесь нравится? Что тенечек совсем рядом. Не надо платить никакой зонтик. Коврик. А мы с тобой не взяли коврик? Где? Что делать? Коврик забыл. Тоже тут спускаться к морю. И здесь к морю не надо спускаться. Как здесь спуститься к морю? Нигде лесенки спуска нету. Ну, пойдем дальше посмотрим. Пойдем дальше смотреть. А вот, в принципе, есть какой-то спуск. Что-нибудь придумаем. Здесь неплохо, конечно. Солнце, наверное, конечно, плохо видно, но зато на все хорошо видно. Напротив сразу такая небольшая гора. Сейчас мы походим, посмотрим. Это инжир растет. Ben dönünce tersiz geldi. Hop. Смотри, осторожно. Русские. И немцы какие-то. И турки. Все здесь есть. И греки. Много греков, кстати, здесь. Не знаю почему. Особенно мы ходили на пещеру, там почти все греки были. Так и были. Thank you.
Просто красиво. Альбатрос, альбатрос. Это, кстати, тоже неплохой спуск к морю. Очень классно. Прям в отеле забыли, где кушали. Сейчас будем пробовать без коврика. Что делать? Здесь маленькие сосенки. Сосной назвать их тяжело. Сосны это когда большие. Здесь тоже такой видос. Тоже такой видос. Здесь крутые спуски здесь. Ладно, пойдем пробовать искать, где приют.